очередная посылка из Китая, которая пришла для меня, и одна посылка для двух людей, для меня и жены. Ну, жене как бы подарок будет. Вот. Что это? Это кейс для хранения, для переноски, жесткого диска. Для чего он нужен? Ну, естественно, для того, чтобы транспортировать, не боясь повредить, жесткий диск. Я брал для 2,5-дюймового диска. Ссылка будет в описании. Распаковываем. Итак, сегодня у нас распаковка. Очередной посылки из Китая. Синий и черный. Это два одинаковых кейса для жесткого диска. Синий мы убираем, потому что синий у нас на подарок идет. А черный оставляю я себе. Хорошая добротная вещь, очень жесткий и такой, ну, видно, что не дешевый. В общем, у меня раньше был вот такой вот Орика чехольчик. Все вроде бы замечательно, но при носке в кармане получается, он протирается. Чехольчик тоже очень классный, здоровский, но, во-первых, сильно собирает отпечатки пальцев на себе, грязь, мусор весь, который внизу валяется. Ну, здесь жесткий 2,5 помещается идеально, и есть возможность накидать шнуров. В моем случае это USB и Type-C, и второй, который я сюда собираюсь положить, это будет Type-C для подключения к телефону. Все это замечательно закроется, и транспортировать, я думаю, будет поудобнее. Да, габариты немного больше, чем ожидалось, но тем не менее это оправдано его так называемой надежностью. Есть у меня разные переходники, которые тоже можно будет пока бросить сюда и носить в рюкзаке, не боясь повредить все это. Ну, места тут, сами видите, предостаточно для 2-3 кабельков, переходников хватит с головой. Закрываем. Хороший чехол, стоящий своих денег. Если кто-то хочет защитить свой жесткий диск, не обязательно фирмы Орика, карман должен быть любой, можете свободно приобрести. Куча разных расцветок. Есть еще вот такой вот темно-синий, который я приобрел для жены. Это будет ей подарочек к ее жесткому диску. Он точно такой же, только отличается цветом. Качество внутри, он мягкий, не поцарапается ничего, у нее пластиковый. Пластиковый карман, поэтому для нее это будет вообще изумительно. В общем, вот такие замечательные чехлы. Ссылка будет в описании. Всем, кому понравился данный обзор, понравился данный чехол, можете приобрести, оценить это видео, ну и, соответственно, подписаться на канал. Всем пока!